С переходом на новую систему оплаты ЖКХ собираемость платежей в регионе выросла до 90%. Сегодня в правительстве области подвели первые итоги работы единого информационно-расчетного центра. Я напомню, с февраля этого года Тутаевский и Переславский районы перешли на новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг с помощью всего одной квитанции. Это позволило избежать комиссии при оплате, а сама процедура стала в разы быстрее и удобнее. Я отмечу, на очереди Рыбинск и Ярославль. Переход на новую систему здесь состоится в апреле и мае текущего года. Полный переход всего региона на оплату услуг посредством ЕРЦ запланировал к марту следующего года. Собираемость превысила 90%. То есть в ближайшее время, там, в течение месяца-двух, мы выйдем уже на плановые показатели 98% собираемости, что, собственно говоря, показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Практика показала, что при начислении не было практически ни одной ошибки. Никто не получил там размер платежей, превышающий привычный уровень.